давно не ездили на асфальте, так, как можно сказать, заново учились ездить на асфальте сегодня. Мне гравий более понятный, ну, как покрытие, асфальт менее. Ну, я чувствую, что надо себя перебороть и надо все-таки уделить этому внимание и время. Машина целая, все целое, мы доехали, так что можно сказать, доволен.